Сейчас я сброшу сюда видео, посмотрите, как люди не понимают, зачем они сюда приехали, им задают вопрос. Вы зачем сюда приехали? Ни один не говорит в поддержку Ради Фаритовича Хабирова. Ни один не говорит. Сейчас увидите эти видео. Но самое главное, вот этот принудительный концерт, он в бюджет республики наносит колоссальный ущерб. Чтобы вот самолюбование показать то, что его народ любит, но почему-то за бюджетные деньги. Сейчас вот бабушки вяжут на СВО, носки, это все отправляют. А здесь такие деньги на ветер, на пшик, чтобы для Москвы показать, как его здесь Хабирова любят. Да не любят вас здесь, вам уже все в отставку надо. Смотрите. 3000 человек, сейчас я здесь тоже приложу список, обязаловку с районов, сколько человек должны сюда принудительно доставить на автобусах. 3000 человек. Вот взять с Баймакского района до Уфы, если взять это расстояние, получается 2000, 2000 в один конец. Туда-обратно 4000, ладно, некоторые районы поближе. То есть, ну ладно, давайте не 4 тысячи, а 3 тысячи на человека туда-обратно возьмем. Получает 3 тысячи человек на 3 тысячи рублей. Это 9 миллионов рублей. Ваш автотранс, понимаете? Ваш автотранс 9 миллионов рублей тратит. Кто ему возместит? Это раз. Зарплата полицейским на охрану. Вот эти металлоискатели все это установили. Вот эти декорации. Там, я не знаю, будут платить артистам, не будут, но если даже не будут. Эти флаги, эти транспаранты, ну я думаю, еще миллионов на 10. Итого миллионов 20 на концерт в поддержку Хабирова тратится из бюджета республики. Следственный комитет, разберитесь, прокуратура, откуда денежка берется, чтобы вот это все спонсировать. И почему в период СВО он это все делает? Он же всегда говорит, экоактивисты, активисты, вот эти нацисты расшатывают основы государства. Нет, мы хотим соблюдения конституционных прав, а конституция это и есть основа государства. А разбазаривание государственных денег это и есть подрыв государства. Сейчас все это скину, смотрите, насколько это все глупо. Ну невозможно любить его насильно. Смотрите, что говорят люди. Девушки, вы куда идете? Здравствуйте. Здравствуйте. Как куда? Вот у нас у всех обязаловка идти на вот это принудительное, как его, поддержку Хабирова устроил показуху, всех гонят. Уже надоел, если честно, уже заебал. Вот. Вот принуждает народ прийти и показуху это устроить. Нормально, нет? Вот я не хочу идти. Вынуждена вот потому, что на работе могут уволить, и все, а у всех кредиты, у всех ипотеки. Вот так и живем. Митинг был по повышению пенсионного режима. Я ходила, что толку? Что толку? Повысили возраст вот этот пенсионный. Должны сгорбатиться на работе. Сдохнуть. Спасибо. Для чего приехали? Вы откуда приехали, можешь сказать? А? Откуда приехали? Для чего приехали, можете сказать? Скажите, для чего вы приехали? Почему никто не может ответить, для чего вы приехали? Еще раз, не поняла.
Повторите. Для того же, что и вы приехали. В единстве и сплоченности ее многонационального народа. Любая попытка нарушить, раскачать стабильность и благополучие жителей Башкортостана обречена на провал. Так ведь? Ну и, конечно, мы поддерживаем курс нашей страны, великой России и нашего Башкортостана! Сегодня на этой сцене собрались неравнодушные артисты нашей республики, чтобы выдержать поддержку единству нашей республики, нашему Башкортостану. Ну что же, если вы готовы, Если вы готовы, то мы начинаем прямо сейчас. Республика, унтагар мэданьят, бэдэм гармония тудырысы, кыйдаги сагыл нотаковы, хэркэсэ бэдэм бун. Һәм күп милләтле гаиләнең бер өлеше, ян йылыгы, рух көсе, йөрәк тибеше менән без барбыз да бердәм.